Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, ввиду деликатности темы, я, пожалуй, не буду ее раскрывать. Скажу только, что автор вопроса хочет повлиять на человека. Вот. Ну, тому способствуют некоторые, по его мнению, серьезные факторы. В ситуации, в которой вы оказались, любое воздействие, на мой взгляд, может быть негативным, встреченным, агрессивно встреченным, может спровоцировать сопротивление. Вот, и даже, что особенно нежелательно, какое-то поведение назло, да? Вот, и совершенно очевидно, что это прямо противоположно тому, чего бы вы хотели. Да, есть некоторые соображения относительно поведения человека в ситуации, которую вы описали. Но эти соображения, ввиду серьезности ситуации, наверное, стоит оставить при себе. По крайней мере, до тех пор, пока не будут раскрыты обстоятельства, история, длительность и интенсивность того, что происходит. Дело в том, что очень часто люди говорят об этом очень много, но дальше... дальше разговоров ничего не доходит. Я не думаю, что какая-либо акцентированность внимания на ситуации вообще способна сделать что-то хорошее. Скажем так, да, случай, который описываете вы. Вот, я не думаю. Потому что, ну, как минимум, это вот, возвращение человека к этим мыслям, вот, как минимум, это возвращение человека к каким-то размышлениям на, так скажем, эту тему, да, и, на мой взгляд, совершенно ничего хорошего, в этом для себя вы не получите. По крайней мере, по моему скромному мнению. А вот что на самом деле реально сделать, на мой взгляд, так это стараться по возможности вовлекать человека в, ну, скажем так, да, в определенную деятельность, вот, вовлекать человека в определенную парадигму, вот, давать ему возможность освоить какие-то новые интересы, вот, и тем самым, в общем-то, по-видимому, тем самым помочь ему. Вот.
На мой скромный взгляд, это то, что вы можете сделать в этой ситуации, это то, что вы можете реально осуществить, вот, это то, что вы можете реализовать, вот, по моему, опять же, скромному мнению, вот, и это то, что максимально, как мне представляется, безопасно для человека, да. То есть вы здесь никак, вы здесь никак не имеете какой-либо угрозы, да, потому что, ну, и, ну, как бы влиять на человека, это очень, на мой взгляд, ну, нежелательно и опасно, я бы даже сказал. Вот. Поэтому я понимаю ваше, ну, ваше такое желание, да, вот, ну, как бы спасти его, да, желание там помочь ему и прочее, я прекрасно понимаю ваше желание, но, на мой взгляд, вот, ну, перспектива того, что вы можете навредить, да, вот эта перспектива, она, как я думаю, должна бы, ну, перевешивать, что ли, желания, импульсы как-то на человека воздействовать. Вот, на мой взгляд, довольно, ну, довольно велика опасность, и вот хотелось бы вас, конечно, по возможности, вот, ну, предостеречь от того, чтобы вот, ну, что-то такое делать. Вот. Вот как-то так, то есть речь идет, если вы не поняли, да, речь идет о том, чтобы максимально вовлечь человека в какую-либо деятельность, вот, максимально вовлечь человека в, например, там, процесс, значит, помощи вам, допустим, в чем-либо, ну, вот, то есть это вот, ну, такой момент, вот, который, на мой взгляд, прям, ну, может помочь вам ситуацию вот скорректировать, вот, ну, так как вам хотелось бы, да, то есть, ну, в соответствии с желанием помочь, и, соответственно, пробудить у человека интерес какой-то к жизни, потому что то, о чем вы говорите, да, ну, совершенно очевидно свидетельствует о, ну, об отсутствии, вот, если можно так выразиться, да, об отсутствии этого интереса, вот, и, в общем-то, ну, мы понимаем, что вот все попытки
воздействовать на человека, интереса к жизни ему не добавит, вот, потому что, ну, это будет просто отсылать его к мыслям определенным и так далее. Вот, и, в общем-то, вы будете оказывать, на мой взгляд, человеку таким образом медвежью услугу, вот, чего, я думаю, вам не хочется. Ну, то есть, я думаю, что вы бы этого не хотели, потому что, ну, вы хотите как-то вот раз человеку помочь больше. Вот. Поэтому переключитесь сейчас на то, что могло бы быть интересным вам, переключитесь на то, что вот на то, чем вы живете сами, вот, переключитесь на это, и, соответственно, вот, я думаю, что если есть, ну, какие-то шансы, да, на то, что вы можете человеку помочь, то вы как раз таки вот, благодаря, ну, такой модели поведения, вы сможете реализовать для себя вот этот самый шанс самым лучшим образом. Единственное, что хочется сказать, это то, что если вы будете делать это неискренне, да, то есть если вы будете наигранно это делать, если вы будете искусственно что-то придумывать, то есть большая вероятность того, что не сработает, да, что человек, значит, ну, как-то вот отнесется к этому негативно, да, и, ну, еще больше негативно к этому отнесется, вот, и опять же вы получите обратный эффект своим поведением. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь, если вам потребуется помощь психолога.